Всем привет! Вы на канале «Правильный выбор». Сегодня я представлю вашему вниманию обзор на смарт-ТВ-приставку Wontor X96 Max Plus. Для начала рекомендую подписаться на канал и нажать на колокольчик, чтобы получать уведомления о выходе новых роликов. Об актуальных ценах и наличии в магазинах вы узнаете, перейдя по ссылкам в описании видео. Буду рад, если вы поставите лайк этому видео и поделитесь своим мнением в комментариях. Начинаем! Приставка компактная. На передней части размещен экран, где изображены часы, цифры горят синими яркими красками, так что видно издалека. Сбоку располагаются разъемы для подключения дополнительного пульта или для подключения флешки и SD-карт. Сзади разъем HDMI – подключение к телевизору, AV – подключение к старым телевизорам через тюльпаны, IR и еще один разъем USB. Смарт-приставка Wontor X96 Max Plus имеет унифицированный дизайн корпуса и продуманное расположение элементов на печатной плате, поэтому все компоненты даже при постоянной нагрузке не перегреваются. В комплектацию смарт-ТВ-приставки Wontor X96 Max Plus входят пульт дистанционного управления, HDMI-кабель, адаптер питания, руководство на английском языке. Android-приставка X96 Max Plus без труда подключается к телевизору и не нуждается в дополнительной настройке. Для вашего удобства все уже настроено, протестировано, установлены необходимые приложения для просмотра онлайн-ТВ. Операционная система Android имеет русскоязычный интерфейс. X96 Max Plus – обновленная версия ТВ-приставки с мощной технической частью. Устройство воспроизводит данные в высоком разрешении, легко настраивается под задачи пользователя и имеет огромное количество портов для подключения мультимедиа. Производитель оснастил устройство обновленным 4-ядерным процессором M-Logic S905X3. Гаджет показывает высокую производительность и минимальное потребление энергии. Устройство включает порт USB 2.0 и USB 3.0, слот под карту памяти, HDMI и стандартный разъем для сетевого подключения. Модель также имеет оптический порт SPDIF для подключения профессиональной аудиоаппаратуры. Гаджет оснастили памятью нового поколения 4 ГБ ОЗУ типа DDR4. 32 гигабайта доступной флеш-памяти можно использовать для хранения личных данных или полезных приложений. За воспроизведение медиа-контента отвечает мощный графический процессор G31MP2. X96 Max Plus поддерживает различные внешние накопители и флешки. Для подключения можно использовать устаревший стандарт USB 2.0, скорость до 480 мегабит в секунду, или актуальный USB 3.0, скорость до 5 гигабит в секунду. С помощью ТВ-приставки легко организовать трансляцию со своего телефона или планшета. Модель передает данные в реальном времени за счет технологии AirPlay или Miracast. Гаджет поддерживает технологию расширенного динамического диапазона, которая делает картинку более сочной и насыщенной. Оттенки выглядят реалистичнее, а само изображение порадует четкостью и детализацией. По умолчанию ТВ-приставка имеет минимальный набор основных приложений. При необходимости список можно дополнить любыми программами из маркета Google, установить офисный пакет, мессенджеры и клиенты социальных сетей. Устройство имеет длительный срок службы. Я проанализировал отзывы реальных пользователей аппарата и выделил основные моменты. Вначале расскажу об отрицательных. Долгая настройка. Неудобное управление штатным пультом. Пульт дистанционного управления с ИК. В прошивке нет доступа к уведомлениям. Нет установленной нижней навигационной панели. Иногда не работает тачскрин. Малое количество USB входов. Короткий провод HDMI. А теперь перейдем к положительным. Не перегревается. Отлично ловит сигнал Wi-Fi. Скорость загрузки видео хорошая. Достаточно компактная. Хороший широкий функционал. Мощный процессор. Возможность скачать любое приложение. Хорошее качество картинки.
Благодарю за просмотр. Не забывайте, что ваши лайки и комментарии – это лучшая поддержка для нас. Напомню, что ссылки на выгодные предложения о покупке я оставлю в описании под видео. А чтобы не пропустить выход новых видео, подписывайтесь на канал и жмите на колокольчик. На этом у меня все. До скорых встреч!